Ароматная французская галета – лучшее блюдо для перекуса, обеда или ужина. После остывания ее можно взять с собой на пикник, на работу или в поездку. Начинка готовится из шампиньонов, сметаны и сыра. Невероятный вкус выпечки сведет вас с ума, как только вы попробуете первый кусочек галеты. Идеальное сочетание ингредиентов в начинке не оставит равнодушным никого из ваших родных, поэтому заготовьте продукты еще на одну порцию, они обязательно попросят добавки. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте указанные ингредиенты. Высыпьте пшеничную муку в глубокую емкость, нарежьте сливочное масло небольшими ломтиками, вбейте куриное яйцо и всыпьте соль, вилкой помните масло, чтобы оно превратилось в крошку, смешалось с мукой. Тщательно вымешайте все компоненты и замесите плотное тесто, поместите его на 10 минут в холодильник. Грибы промойте в воде. Нарежьте слайсами и обжарьте в растительном масле примерно 5-8 минут, пока не испарится из них жидкость. Вкусняшки, подписавшимся. Промойте стебли зеленого лука и измельчите. Натрите твердый сыр на терке с мелкими ячейками и добавьте к обжаренным грибам вместе со сметаной, луковой нарезкой и 2 щепотками соли. Тесто раскатайте в округлый пласт на пергаментной бумаге или на рабочей поверхности и перенесите на противень. Духовку разогрейте до 200 градусов, выложите на середину теста приготовленную начинку. Заверните края теста, оставляя начинку приоткрытой, поместите противень с заготовкой в духовку на 25-30 минут. Извлеките румяную галету из духовки и дайте ей слегка остыть, чтобы начинка загустела. Затем подайте к столу, нарезая ее на кусочки, не забудьте про чай или кофе. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Шампиньоны, 300 грамм, лук зеленый, 3 штуки, стебли, сыр, 120 грамм, твердый, сметана, 3 столовые ложки, любой жирности, мука пшеничная, 1 стакан, масло сливочное, 80 грамм, яйцо куриное, 1 штука, соль, 3 щепотки, масло растительное, 1 столовая ложка, для обжаривания грибов, количество порций, 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Буду скучать без вас.